Друзья, всем привет! Хочу показать вам одну вещь, одну покупочку. Это купили на подарок. Заказывали через Валберес. И хочу показать, как пришла коробка. Сломали ее здесь. Сейчас будем открывать, будем смотреть, целая ли внутри. Вот это лего-цветы, лего-конструктор. Подарок для девочки. Вот так он выглядит. Вот так должен быть такой букет. Ну, сейчас это модно среди молодежи. Сейчас будем смотреть, что там внутри, как доехал. Очень обидно, конечно, что поломалась коробка, потому что это все-таки подарок. Хотелось бы, чтобы оно выглядело соответственно. Ну, сейчас мы будем это исправлять. Упаковка не запечатанная. Смотрите, видите, как она запечатана. Соответственно, здесь можно испытать детали. Сейчас будем проверять. Значит, здесь вот такой буклет. Здесь, значит, образец показывает, как паспорт, как собирать, какие цветы должны получаться. Вот, и где-то здесь, я думаю, должно быть написано, сколько должно быть запчастей. Да, вот здесь последняя картинка. Здесь нарисовано, сколько каких частей должно быть. Все, это последняя страница. Еще раз покажу, вот такой букет красивый должен получиться. Ну, сейчас мы посмотрим, все ли здесь запчасти. И будем смотреть вместе с вами. Так. Это тоже упаковка открытая, смотрите. Видите, порвано. Здесь палочки. Это, я так понимаю, веточки для цветов. Их должно быть вот 10 штук. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Так, они на месте. Дальше, вот таких листочка. Это, я так понимаю, ножка. Должно быть 3 штуки. Они на месте. Вот они, 3 штуки есть. Все, сейчас обратно положу. Так, это мы уберем. Так, поехали дальше. Так, здесь вот эти крепления, наверное. Они, нет, вот эти. Вот эти. Так, вот. Вот эти 55 штук. Вот они запечатаны. Ну, конечно, на месте. Дальше у нас пакетик номер 2 написано. Здесь такие большие крепления. Запечатано. Так, здесь что у нас? Здесь вот таких 16 штук должно быть. Так, вот таких 16 и вот таких 16. Так, и я думаю, что здесь вот таких еще 16, потому что вот здесь они разные крепления. Держатели для цветочков, вот такие красненькие, вот это, и вот такие. Вот такие. Так, поехали дальше. Опять пакет номер 3. Не знаю, что это означает, как не помечено ничего. Здесь вообще все разное в этом пакете. Что откуда, непонятно. Так, ну здесь я вот вижу на картинке вот такие части. Вот они. Так, потом вот такие части. Так, вот они. Потом вот такие. Вот они. Вот такие листики. Так, листики. Очень все непонятно. Не понимаю, как он должен выглядеть, этот листик. Так, вот, как выглядит. Вот. Вот он, этот листик. Ну, думаю, что здесь, да. Так, потом еще вот такие крепления, вот такие и вот такие. И здесь еще должны быть какие-то вот такие зелененькие. Вот они зелененькие, потом эти чашечки. Так, и точно. Да. Так, поехали следующий пакет доставать. Может быть, они их по цветочкам собрали, наверное, может, каждый цветочек отдельно, не знаю, но как-то странно все это. Так, здесь вообще какие-то непонятные запчасти. Палочки тоже какие-то. Ну вот они, наверное. Вот палочки тут вижу. Потом зелененькие такие, как трубочки. Вот эти, скорее всего, вот на них похожи. Так, потом такие матовые светлые крепления. Это вот эти. Так. Потом тут еще. Угу. Так, следующий пакет, номер 1, один пакет, там здесь тоже какие-то листья, я так понимаю, что это вот эти, здесь должно быть 3, здесь я вижу 2, 3, да, есть 3, потом вот такие розовые части, вот они, ну, думаю, что они на месте, все, потому что были запечатаны, по крайней мере, это надеюсь. Так, потом опять вот такие кругляшки, которые делают там задержание цветочков, вот этот, ну, посмотрим. Так, дальше следующий пакет. Это тоже какие-то крепления. Так. Вот они беленькие. Беленькие. И такие розовенькие. Розовенькие. Вот они розовенькие. Вот такие. И все. Больше здесь ничего нет. Вот это тоже самое. Запечатанный. Все, конечно, тоже нет. Здесь там все нормально. Так. Следующий пакетик. Вот здесь две такие штучки. Мы будем искать.
Да, темный на темном, конечно, искать. Это как черную кошку в темной комнате. Так, что-то я такого не вижу. Здесь просто такие черные штучки. Вот такие. Не вижу я их. Их две штучки всего. Но здесь две штучки, только вот такие палочки. Но они коричневые, там черные. Они немножко другие. Так, и две штучки. Здесь еще вот такие. Ну, тут вообще какие-то кружочки непонятные. И все, две штучки. А, еще такие две штучки, но совсем из другого пера. Ну, все, больше здесь. А, ну, вот таких еще две штучки, но это тоже, опять же, не то. Ладно, будем искать, что это такое. Может быть, они еще в другом пакетике сейчас нам попадутся. Давайте следующий пакетик. Так, вот этот пакетик номер 3. Здесь такие сиреневые листочки. Ну, здесь как раз вот коричневые крепления. Это как типа сиреневые, наверное. И темно-сиреневые. Так, сиреневые и фиолетовые. Да? Так, будем искать, будем искать. Так, ну вот они. Вот таких. 34 написано. Ну, что-то не похоже, что там 34, но будем надеяться. И темные. Темные крепления. Похоже вот на эти. Совсем ничего не видно. Как можно на такой темной бумаге такие вещи рисовать? Очень большая недоработка. Ну, это была, наверное... Не знаю, кто его производил. Ну, ладно. Поехали дальше. Следующий пакет. Опять пакетик номер 2. Я думаю, у нас тут тоже, наверное, цветочек. Ну, опять же, вот эти все крепления. Но он тоже запечатанный. Ладно, я его рассматривать не буду. Потому что ему понравится. Следующий пакетик опять номер 1. Здесь, я так понимаю, тоже крепления красного цвета и зеленого. Это, скорее всего, вот они. И зеленые. Угу, даже не знаю. А и вот, наверное, вот эти. Но здесь написано 65 штук, потому что я сомневаюсь, что здесь 65 штук. Даже здесь похоже, что здесь 65 штук зеленых. Ладно, посмотрим. Так, следующий пакетик, пакетик номер 3. Здесь тоже крепление. Так. Ну, обычный конструктор, в общем. Здесь вот такие штучки. Так, еще что? Так, заглушки вот такие светленькие какие-то. Я не вижу почему-то на картинке. Темно-зеленые, вот они, наверное, четырехштучные. И какие-то черные, тоже их не видать. А, вот черные, вот, ну, черные хотя бы выделили белым. Нет. Так, и дальше. Так, поехали дальше. Опять пакетик номер 2. Так, здесь вот эти. Вот это, наверное, подключенные перебинки цветочки. В общем, вот они. Их должно быть 4 штуки. Так, их 4 штуки есть. Так, потом вот, например, вот маски. Какие-то вот эти закрывашки. А, они вот они сверху, вот они тоже 4 штуки. Тоже есть. И рыбинки, вот точнее, две штучки закрывашки. Так. Похоже вот на эти. Наверное, это они. И так. Вот такие чуть-чуть. Вот на них похоже. Вот это они, наверное, скорее всего. Так, поехали дальше. Еще крепление. Это у нас опять пакетик номер 2. Вот такой. Это у нас вот эти части. Вот это. Так, потом зелененькая вот это, вот это. Так. Ну и, честно говоря, больше не вижу, что еще он тут уже. Смотрите, салатовый. Потом такой тоже типа. Ну, скажем так, это зеленый, это салатовый, хотя это один и тот же цвет, но в разных оттенках. Это желтый, розовый, темно-зеленый. Так, и последний пакетик остался. Там самый такой крупный часть, здесь пакетик номер 1, вот он. Ну, здесь уже такие покрупнее части, вот это, вот на эту похоже. Ну, в общем, будем надеяться, что здесь все на месте. Сейчас заклею коробочку, переведу ее в нормальный вид и упакую обратно. Ну, подарим, а там уже будет видно, что и как, на месте все или нет. Попрошу девушку, которой подарок предназначен, чтобы она потом, когда соберется, была в готовом виде, и обязательно вам покажу.